Пижон. И игра для вас начинается прямо сейчас. Зелье какого цвета прибавляет сил галлам, астериксу и обеликсу? Тишина. Да. Какой металл по латыни называется купрум? Тишина. Да. Какой пролив отделяет Европу от Африки? На Владимира смотрят все. Как? Гибралтарский пролив. Во что обут юноша на картине Венецианова «Спящий пастушок»? Третий вопрос. В лапте. Сколько букв в известной загадке сидело на трубе? 73. Три. Храм всех богов в Риме. Тишина. Да. Как в фильме «Назад в будущее» Марти обращается к изобретателю Брауну? Док. Кто, согласно поговорке, идет к горе, если гора не идет к нему? Концентрация. Конечно. Чем питаются самцы комаров? Я был первый. Нектаром растений. Из какой страны в 1912 году отправился в свой рейс «Титаник»? Неправильное ударение. Великобритания. Кому Винни-Пух подарил хвост? Молчите в зале, перестаньте. Конечно. На какой площади Санкт-Петербурга стоит Александровская колонна? Пас выполнил. Про фотографию. Какой астроном открыл 4 спутника Юпитера и кольца Сатурна? Время истекло. Вы правильно ответили на 5 вопросов. Это неплохой результат. Заработали 25 тысяч рублей. Игра для вас начинается. Прямо сейчас. Столица Индии. Явитесы. Что измеряется в амперах? Явитесы. Не. Сила тока. Кто, согласно русской пословице, свинье, не товарищ? Сергей. Да. Как называется соцветие пшеницы? Второй вопрос. Да. При какой императрице к России был присоединен Крым? Явитесы. Да. В каком фильме доцент командовал Хмырем, Косым и Васей? Явитесы. Да. Произнесите первую строчку гимна Российской Федерации. Союз нерушимый. Россия – священная наша держава. К какому семейству птиц относятся беркут и коршун? Может, изъявите? Не. Ястребинах. В какой области России расположен Ферапонтов монастырь? Изъявлено, добро. Вологодский. Какое направление движения принято на дорогах Англии? Неверно, левостороннее. Да. Красная строка текста. Явитесь. Да. Какого немецкого политика называли железным канцлером? Гельма. Нет. Нет, Бисмарка. Начальной стадии любой шахматной партии. Ход. Дебют. Кто научил? Я сожалею, время истекло. Однако вам удалось правильно ответить на 7 вопросов. Это отличный результат. 35 тысяч. И ваша игра начинается прямо сейчас. Где выведена порода йоркширский терьер? Да или нет, я отвечаю. Да. Самая многоводная река на планете Земля. Итак, выберем телезрителя. Все внимание на экран. Амазонка. Первый долларовый миллиардер человечества. Спасибо, Рау. Спасибо. Рокфеллер. Какая фигура всегда остается на шахматной доске до конца партии? Саша, не подсказывай. Да. Через какую реку можно перейти по Тауэрскому мосту? Я все вижу. Темза. Трехглавая мышца плеча человека. Я могу да или нет отвечать. Трицепс. Как называется плод и тюльпана, и мака? Подсказок никаких тут нет. Коробочка. На каком поле князь Петр Багратион получил смертельное ранение? Никто не подсказывает. Я внимательно за этим буду следить. На Бородинском. Какая физическая величина измеряется в микронах? Внимание! На экран финальный вопрос сегодняшний. Длина. Зачем еще, кроме тумана и запаха тайги, поехал герой песни Юрия Кукина? Пас. За мечтами. Название какого единоборства образовано от фразы «самозащита без оружия»? Да. Саша, не подсказывай. Самбо. Из какой страны мы... Время истекло. Как-то вы переволновались, мне кажется. Вам удалось правильно ответить на 2 вопроса. И всего 10 тысяч вы заработали. Игра для вас начинается прямо сейчас. Какой греческой буквой обозначают самую яркую звезду созвездия? Сколько крыльев у стрекозы? 180. Да. Как зовут принцессу в балете «Спящая красавица»? Ольга Полей. Да. На побережье какого океана расположен город Майами? Скрепина ВИ в Твиттере. Атлантического. Какой пролив соединяет Северный Ледовитый океан с Тихим? Держитесь. Берингов. Сколько мишеней должен поразить биатлонист на огневом рубеже? 13. Да. Клинообразный камень в вершине свода или арки? Замковый камень. Назовите 8-ю букву русского алфавита. К. Ж. Как звали супругу киевского князя Игоря? Татьяна Усманова. Ольга. На что чужое, согласно русской пословице, не следует разевать рот? На чужой роток не кинуть платок? На каравай. Какой врач в 1946 году написал книгу «Ребенок и уход за ним»? Сергей Соловьев. Бенджамин Спок. Кого на дуэли спец... Время истекло. Вам удалось ответить правильно только на 3 вопроса.
Но это не два. Это не два, это три. Действительно, вы заработали 15 тысяч.